По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне б собраться, хоть бы раз!» Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы ж под этот стол пешком ходили, в праздник пели песни до зари, а теперь разъехались, уплыли, улетели. Вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, приезжайте, заболела мать!» Из Одессы, Таллина и Горки, отложив на время все дела, дети собрались, да только жалко у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Отчего ждали вы разлуки, так надолго между вами встать? Мать ждала вас дождь и снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.